Наступает пора налоговой отчетности. Хотелось бы узнать, как на сегодняшний день можно узнать о своих задолженностях по имуществу. А говорю, на сайте Федеральной налоговой службы я не зарегистрирована. Имущественные налоги за 2022 год физическим лицам необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2023 года. У граждан есть возможность получения налоговых уведомлений в электронной форме несколькими способами. Через сервис ФНС России, личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, а также при помощи портала госуслуги. Доступ к личному кабинету ФЛ можно получить с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Оформить ее можно в любом налоговом органе, предъявив документ, удостоверяющий личность, а также с использованием подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. Для получения уведомления через портал госуслуги необходимо сформировать и направить согласие, на основании которого налоговый орган разместит в личном кабинете пользователя госуслуг адресованное ему налоговое уведомление. Во всех указанных электронных сервисах налоги можно оплатить онлайн, а также оперативно связаться с налоговыми органами по вопросам, касающимся содержания налоговых уведомлений, что гораздо удобнее, чем при их получении по почте. При неполучении же налогового уведомления за 2022 год налогоплательщику следует обратиться в налоговую инспекцию, либо направить обращение через личный кабинет физического лица, или при помощи сервиса обратиться в ФНС России, который расположен на официальном сайте службы.